Олегу Евгеньевичу 87 лет. Рассказал, как недавно вместе с сиделкой переболел коронавирусом. К счастью, сейчас уже все в порядке. Представители общественной палаты и администрации округа навестили его, чтобы поддержать и вручить продуктовый набор. Участие приняли для ветеранов. Всегда передают что-нибудь. Вот. Пакеты, коробки. Не забывают. Ни о ком стараются не забывать. Ведь даже если не брать в расчет пандемию, помощь пожилым необходима всегда. Сейчас им доставляют продукты, лекарства и, самое главное, дарят внимание. Иногда простой вопрос «Как ваши дела?» бесценен. Находим время с волонтерами, со сторонниками партии «Единая Россия», с администрацией, помочь людям в трудной жизненной ситуации. Много разных программ предусмотрено на данный этап. Вот, от губернатора есть программа, есть от нашего главы. Некоторые акции проводим за собственные средства. Вот. Рады, что можем помочь кому-то. В наборе самое необходимое – крупы, мука, консервы и, конечно же, чай со сладостями. Все, чтобы порадовать. Проекты поддержки продолжатся, ведь, несмотря на послабление режима самоизоляции, всем, у кого есть возможность, лучше оставаться дома. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».